дня прогноз Таро. Все, что для вас, для скорпионов, посылает Вселенная, какие-то идеи, планы, мечты, да, то есть возможности, советы. Давайте посмотрим наше любимое колесо гармонии. Ну, я от школы «Кудовой танец», я Алена Венич. Окей. Смотрите, какая красота. Просто вот наблюдаю и думаю, нет, я прям сразу запишу. Через какого-то недовольного мужчину, такого, знаете, строгого по натуре. Это может быть начальник, это может быть... Вот смотрите, секите, вот он здесь, в секторе здоровья, и вот он здесь, в секторе окружения. То есть это не из тех мужчин, которые в романтических с вами, ну, в мужеженских отношениях. То есть это не ваш супруг, это не ваш возлюбленный. Это именно что-то из окружения. Враг, коллега, да, и так далее, и так далее. То есть благодаря вот этому мужчине, благодаря, посмотрите, какой-то сногсшибающей идеи, которая, вот знаете, так, вау, а как это сделать, да? Что-то у вас начнется, некое возрождение. То есть сначала будет у вас выбор, да, то есть вот оно прям серьезно пересекается здесь. У вас будет какой-то выбор, причем выбор, который уже есть в голове, по большому счету. Вы уже знаете, что с этим делать и как поступить, чтобы себя возродить. И вот, понимаете, тройка кубков прямая говорит о том, что Вселенная не просто даст вам возрождение, а еще на, и вот это тоже возьми, пока как в кредит. То есть хочу квартиру, а вот тебе еще гараж, вот тебе еще машину, а вот тебе еще и мебель. Вот, ты отдашь, все отдашь. Молодец, что вообще квартиру берешь. То есть вот что-то вот такое будет, это я к примеру. В данном случае такой прям кредит доверия, который, конечно, надо отработать. Я думаю, что слово кредит, мы все понимаем, что, увы и ах, кредит одобрили, но его нужно будет платить. Но вы будете очень-очень довольны, да, потому что средняя карта возрождения, вот это вот, она дает просто очень колоссальную энергию и прям какой-то классно, все классно. То есть так что все, что негативное может у вас произойти в вашей жизни от некого вот такого мужчины, берите, пользуйтесь, переворачивайте как бы в свою пользу и используйте. Угу. То есть таким образом я вам уже окружение объяснила, что что-то как-то нужно будет покумекать над какой-то сногсшибающей идеи от некого такого строгого мужчины. Так, в секторе отношений очень такая интересная штука, и как бы вас сильно не расстроить. То, что у вас будет в отношениях явная перезагрузка, и тут пятерка скипетров прямая, да хоть какая, прямая, перевернутая, говорит о том, что вот те отношения, которые на здесь и сейчас, вам точно надоели. То есть у вас было все скучно, все как-то по шаблону, встретились, кофе, чай, потанцуем и ну и там что-то, да, то есть все как-то шаблонно, да, то есть в семейных отношениях тоже все очень сильно шаблонно, да. И вам это сильно уже надоело, ну так помягче скажем, и вы рванете на обсуждение со своим мужчиной или со своей женщиной на рост в вашей паре. Ну, например, то есть, понимаете, у вас как бы до сентября у скорпионов так, в Ашан мы едем затариваться по субботам, угу. Уборка у нас по четвергам, по средам у нас рыбный день, угу. Секс у нас по понедельникам, угу. Что-то как-то надоело, да, а давай хоть в парк съездим, а давай как-то, ну, отдохнем, а давай не только будет супруга готовить, а еще и муж как-то будет участие принимать, давай, так скажем, неделю ты готовишь, неделю я готовлю. И вот такое предложение может вашего партнера сильно выбить из колеи.
Потихонечку, ладно, совет карт прям потихонечку, потому что вот, ну, не каждый человек в паре готов к вот таким трансформациям. Вы точно уже готовы, вы точно уже что-то стартанете, что-то уже начнете делать, это прям реальные будут какие-то действия, поэтому не рубите с плеча. Трансформация – это очень хорошо. Тут есть опасность, что вот такие вот сгоряча рубания могут пару развести в разные углы, да, то есть как бы вы ни разбежались. Ну, тут уже серьезная работа над собой, а точно ли вам этот человек нужен и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут уже прописать плюсы и минусы, и что тут как бы превалирует, эти плюсы над минусами. Может, человек действительно и готов, но не к таким, да, то есть, да, компромисс, да, когда ни вашим, ни нашим, тоже имеет место быть. Поговорите, разберитесь, а что, а где, а чего. А стоит ли вообще продолжать эти отношения? А может, действительно, вы уже все исчерпали в этих отношениях? Да, сложный период, не все так гладко и сладко у скорпионов в отношениях, но вот, чтобы что-то новое создать, нужно что-то старое, как говорится, выкинуть, правильно? Вот как-то так. Дальше, что тут по призванию? Смотрите, по призванию, да, карьера, бизнес и так далее, статус, все, что именно вот эта вот занятость ваша, у вас будет некое затишье, да, то есть вам надоест по-старому вести свое дело, да, то есть ваша работа, ваш бизнес, и захочется что-то поменять, но вот этого нового еще не произошло. Она вот очень-очень сильно похожа на пятерку скипетров прямую, только здесь именно уже божественного порядка. Как бы новая вселенная еще готовится, а старый уже нет. Все, не надо продавливать, да, вот эти вот шаблоны тащить за собой не надо. Не надо. Вы точно в сентябре найдете верный свой путь, как свой бизнес развивать, как вообще позиционировать себя в этом бизнесе. И рекомендация, пожалуйста. Вот принципиально важный совет. Выберите путь экологичный, созидательный, да, то есть это, знаете, прям хороший такой пример сейчас приведу. Была консультация с молодым человеком, и он говорит: все, у меня рушится в бизнесе, ничего не понимаю, в чем дело. Он юрист, и чтобы хоть как-то, хоть какие-то копеечки зарабатывать, он начал браться за защиту водителей, которые в нетрезвом состоянии были за рулем. Ладно, как говорится, просто прав лишили там за то, что его поймали с какими-то там этими, ну, трубочку, которую дуют. Вот. Хуже, когда этот человек, водитель в нетрезвом состоянии, совершенно ест на минуточку. И вот этот юрист начал защищать как раз-таки вот таких вот. Ну, сами понимаете, да, Вселенная это точно не одобрит, да, ну и, соответственно, стояли все карты, которые говорят о том, что ты не экологичный бизнес ты ведешь, или, скажем, не экологично себя ведешь. Это сильно касается как бы мужчин, женщин это тоже сильно касается, но женщинам, особенно женщинам, здесь еще и посмотреть, а вы вообще как женщина себя экологично ведете? То есть, понимаете, мы девочки-девочки, и задача зарабатывать, это больше, конечно, мужская прерогатива, но мы отняли у них эти бразды правления, ну куда деваться, мир такой, да, кали-юга, кто сказал, что будет легко, соответственно, здесь даже если вы и что-то как-то зарабатываете, не забывайте, что вы все-таки мягкая, нежная, чувствительная, гибкая, тонкая, дипломатичная и так далее, да, все, что касается женщины. Улыбка – это number one, да, ухоженность – это number one. Все, что касается именно красоты, которая спасет мир, это сильно касается нас, девочек. Окей? Рекомендации услышали. Поэтому путь вы точно свой найдете, как поменять свое дело, свою работу, свою карьеру, вообще на какую работу наконец-то теперь устроиться, если вы еще в поисках работы. И так далее, и так далее. С обеспеченностью, что здесь с обеспеченностью, хотите вы или не хотите, это, знаете, вы росли, и вот вершина есть. Но вот брать не брать, испугались. Поезд уходит, да, уже, знаете, вот
эти доходы, вот эти расходы, и вот тут он стоит, поезд, да, уже так, ну, пускай метро, так, двери так закрываются, и вы еще межуетесь, и вы еще думаете, это мой поезд, это точно мой поезд, а мне как, а мне что, да бегите скорее, садитесь скорее, двери-то держите, чтобы они не закрылись, потому что вот эта вот фортуна, это ваша, да, она перевернута, да, вы замешкались, да, это вы думаете, а это точно ваше, это ваше, ваше, 100%. Если у вас несколько видов, то понятно, что наличные расклады, наличные консультации. А вообще для скорпионов, ребят, свой поезд, пожалуйста, не упустите. Окей? Вы так долго к этому шли, это ваше. Берите, бегом, запрыгивайте, он уже уходит. Перевернутые восьмерка скипетров уходит. Ваши доходы, расходы, ваши траты, ваши условия жизни, от вас благоприятные вещи уходят. И это удачно, что это вы уже заслужили. Берите, не промешкайте. Так, с самосовершенствованием что тут? Ну, вот здесь карты, конечно, вас ругают очень сильно, да, ну, сколько можно, любимые грабли, ну, сколько можно наступать? Пора подумать, да, то есть, вот смотрите. Чтобы настроение получить, да, примите вот этого чудаковатого человека с его чудаковатыми идеями и перестаньте переворачивать эти зерна перемен. То их, этих возможностей просто миллион. Возможно, даже именно от этого какого-то мужчины, который из области окружения, вашего окружения, да. Соответственно, это возможности быстрые. Недовольство некой женщины, все что угодно может быть, тут и опять-таки и коллеги, это могут быть, ну, пентакливая дама, это все что угодно, то есть то, что дает вам энергию, то есть вот эта вот женщина будет недовольна вами и как бы не даст этой энергии, это может быть и мама, сыночка, куда же ты пошел, сыночке 40 лет, вот, поэтому не цепляйтесь уж сильно так за пентакливую даму, как бы переживет. А вот то, что вы упускаете множество вот этих вот возможностей, а их будет много, да, благодаря рыцарю, причем вот и быстро их много будет. И вот карты говорят, ну что, опять любимые грабли, опять пропустил, и посмотрите, вот этот самый поезд. Слушай, а поезда-то как бы ограниченное количество, сколько можно пропускать свой поезд? Окей? То есть я к тому, что личностный рост вам просто необходим. Карты ругаются. Для скорпионов уже пора личностного роста. Яркость жизни. Десятка мечей. Что-то, знаете, связанное с тем, что прямая позиция, само, в принципе, ложное оторвется, и вы найдете этот тандем со своим хобби, да, или где-то на отдыхе, или со своим развлечением, со своими впечатлениями. Давайте, берите. Вы думали, что радость, скажем, в алкоголе, оказывается, нет, в общении с друзьями. Вы думали, что радость в каких-то игрушечках, да, или в шопинге, оказывается, нет. Радость там в ходьбе, да, то есть по этим шопингам. Или радость то, что понять, что вам статусные вещи идут больше. Или, скажем, нежные какие-то вещи вам подходят больше, да. То есть вы, может быть, такая девочка, и вам платьишки, оказывается, больше подходят. Ого, вот так. То есть вот ложное, оно само отвалится. Не вам придется прям через силу отрывать. Отдайте мои брючки, отдайте, я не хочу юбочку. Нет, вы просто сами увидите. Это я вам все к примеру. То есть что-то вот для развлечения, для отдыха будет вот в этой смысле. То есть ненужное все само оторвется, и вы найдете вот этот тандем. Угу. Так, что здесь у нас в духовности, да, за шаг за до зависимости и пентакливая, туз пентакливый. Тоже так же, ну, однозначно, смотрите, хотите или не хотите, самосовершенствование сектора вас просто заставляет трансформироваться, потому что вы уже прям, ну, за шаг до зависимости. Это, знаете, как монетку бросить или не бросить в... какие-то там аппараты, кстати, были же без руки, там какие-то бандиты и так далее, ну, в игромании какие-то. То есть за шаг до зависимости.
Вот здесь прям протрансформируйтесь ладненько. Скорпионы, если вы поймете вот это вот свое творчество, свое искусство, да, свою веру, начнете как бы работу над собой, то пентакливый туз, это говорящий о том, что ну прям все будет в ваших руках, это прям такая золотая рыбка. Что мой господин желает, да, то есть не три желания, а 333 желания будет уже как бы к вашим ногам. Вот такая красота для скорпионов. И чем закончится месяц для скорпионов, если вы прислушаетесь к советам Вселенной через, как говорится, через карты Таро. А на минуточку, наша школа — это папюсовская школа, это не Райдер Уэйт. Я не обсуждаю Райдер Уэйта, я просто вижу принципиальную разницу нашей школы, то что наша школа дает понимание, что мы человеки, да, должны не стоять на месте. Как лето, зима сменяют друг друга, так и у человека не должно происходить все на одном уровне, иначе это, ну, это уже как бы уже не жизнь, это уже смерть. Соответственно, чтобы жизнь находилась в движении, нам нужно, конечно, развитие, да, хотим или не хотим. То мы в садик ходили, то мы в школу ходили, то мы еще куда-то ходили. И вот это вот постоянное какое-то обучение, оно просто необходимо. Покажите, если скорпионы прислушаются советов от Вселенной, то как у скорпионов закончится сентябрь? Вы победите все свои страхи. Вы победите все свои страхи и найдете свое счастье. Вот такая красота. Хотите победить страхи и найти свое счастье, обрести? Дерзайте. И до новых встреч. Ждем вас на своем канале Telegram. Ну, лайк, подписка, как всегда, бла-бла-бла. Уж, пожалуйста, не забудьте. Нам приятно, и вам будет, естественно, я думаю, тоже приятно. Пока-пока.